день! Меня зовут Екатерина, и я буду сегодня вашим менеджером по сувенирной продукции. Итак, у нас появилось очень много новинок, и я вам сейчас их всех представлю. Первое – это великолепный набор, стеклянный набор, который состоит из жбана и четырех таких милых баночек. Такой набор можно поместить в офисе, приятно пить воду, либо глинтвейн, правда безалкогольный, либо же взять его с собой домой. Или же взять его с собой на выставку. Следующий это у нас идут прекрасные часы. Когда они соединены, они показывают время. Если же их разъединить, они показывают у нас влажность воздуха и также температуру помещения. Соединяйте и обратно время показывают. Отличный настольный набор. Далее у нас идет электрический штопор. Штопор для ленивых людей. Он прекрасно лежит в руке, он у него идеальная поверхность, soft touch. Он отсоединяете резак для вина и нажимаете. И спокойно можно пить вино. Так, следующая новинка это черные бокалы. На самом деле это были просто белые бокалы, их покрасили в черный цвет, и они стали очень интересного дизайна, по-другому с ним смотрится. Также на них замечательно наносить яркий логотип. Всегда будете заметны. Следующая серия это у нас будет все сделано из бамбука. Это супер колонка, это ланчбокс для еды, это термокружка. Она идет на 500 миллилитров. И также прекрасный сет из бамбука. Это идет кувшин, а в кувшине у нас идет 4 бамбуковых стакана. Очень тоже замечательно пить воду с лимоном, либо же какой-нибудь компот. Следующее это у нас... Господи, как он называется? Что это? Декантер. Декантер для вина, декантер для воды, декантер для крепких напитков. Всегда пригодится в офисе. Следующая сувенирная продукция – это наши мини-антистрессы. Это может быть пилот, либо же строитель, врач, офисный работник. То есть любая профессия, которую вы захотите. Очень интересно дарить на различные праздники, которые связаны с этими профессиями. Следующий аксессуар – это ретро-колонка, радио и пауэрбэнк. Очень интересная вещь. Дальше у нас, если вы любите, чтобы было все минималистично, вот, пожалуйста, ваза для цветов. Приятно поставить на стол. Следующая также незаменимая вещь – это увлажнитель воздуха. Увлажнитель воздуха всегда нужен зимой, когда отапливают помещение, чтобы вам дышалось легко. И последняя продукция – это бокалы с подставкой. То есть вы сюда наливаете вино, сюда кладете оливки, можно их поставить. Взяли оливку, запили. Либо же это может быть как подставка для бокала. С вами было приятно пообщаться. Всего хорошего!